Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Карбончик, и сегодня я продолжаю свой летсплей на Splinter Cell. В общем-то, я продолжаю с того места, где я закончил, тот чувак нас болтал по телефону, как мы помним. Скорее всего, он ключевой персонаж, обычно те, кто болтает телефон, это ключевые персонажи. Так, вряд ли я пройду мимо этого гондона, у нас тут возле света встал и пялится именно туда, где мне нужно пройти. О, баночка. Так, как надо, ну, туда иди. Шел туда, живая. Далее, они меня слушаются. Так, сохранимся. Да, что ж такое, как он меня спалил, не пойму. Оп! Опа, попался. Вот какой пройдох, а. Какой наивный парень. Спать. Как можно идти человека перед носом, чтобы он тебя не видел, а? Я вот не знаю. Ну давай, что такое? Лифт не работает, лифт сломался. Блин, лифт сломался, ё-моё. А, нет, это он просто так долго ехал, да? Я нетерпеливый, сразу все хочу. Так, давайте внизу съездим, для интереса. Не знаю, куда можно еще съездить. Если не туда поедем, поедем вверх. Если, не, если мы не туда, куда надо, поехали. В общем-то, это самое веселое занятие, когда вы едете по лифту, это бегать по кругам. Особенно вот при сиде, в позе сиди, короче. Он загружается что-то. Только что получил сведения от нашего сотрудника, который находится внутри. Он говорит, что твой SC-20K на месте. Ты найдешь его в чулане за генератором. О, SC-20K, это же какой-то автоматик, помните, который как раз таки применяет эти вот две штуки. Надо только найти его. Так, у нас тут, что, посмотрим, что в замечаниях есть. Теперь у вас очки теплового... Теперь у вас есть очки теплового видения? Где? Где? А где очки? Ух ты, что такое было? Вау, на троечку тепловые очечки. Чума. Так, сейчас он не мордой к нам будет стоять. Ну, конечно, мордой. Как же он еще к нам может стоять? Ой, он жопу повернулся. Вот дурак, наивный лох. Он ждет, когда у него машина распечатается. Ё-моё, у них были принтеры. Ой, ужас вообще. В древности живут. Спать. Так, вырубим-ка здесь свет. Да, чтобы его не нашли. Так, вот он тут поспать решил. Уснул на работе. Можете, в общем-то, не знаю, укоротят рабочий график за то, что ты это. Так много работаешь, так, что-то за компик. Блок данных, посмотрим, что он нам дал. О, 2019, сколько пароль к чему? Давайте найдем, почему это пароль. Так, к чему этот пароль нас сюда ведет? Давайте поищем, сохранимся прежде, давайте сохранимся. А уж потом будем искать, к чему будет этот пароль. Так, что это такое за место? Я здесь еще не был. Какие-то компы здесь. Ничего, увидели, да? Да, меня увидели. Перезагружаемся, идем опять сюда, блин. Мне интересно, что там вообще есть-то. Странно, я здесь еще не был. Я вообще не помню это место, когда играл 4 года назад. Вообще-то нереально запомнить то, что был 4 года назад в игре, но... Я вообще не могу вспомнить это место. Хорошо. Это, конечно, не лучший вариант, но кажется, нас прикрыли. Как я и говорил, трудно будет обеспечивать секретность до тех пор, пока Конгресс не признает, что мы не можем держать под контролем это место с мелочью в кармане. Говорил, что блин, что вы тут прям на него пяльце, болтает два. Думаю, мы справимся. Ты уверен? Вообще не важно, кто они. Да, я уверен. Я не будем выражаться. Да, уже 1:15. Это кризис, приятель. Напряженный момент. Хочешь сказать, мне придется вернуться? Ну все, давайте, хорош там пидорасить, разойдитесь уже, а. Вот. Так, здесь он не будет поворачиваться и ходить в разные стороны. Чувак, стой тут, стой тут. Пожалуйста, не двигайся. Стой, 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 все, можешь двигаться. Сверху, куда хочешь двигайся, хоть, я не знаю. Побегай направо, налево, тебе вообще можешь все делать. Я все разрешаю. Я сегодня добрый. Так, куда в тебя спать ложить? В общем, здесь тебя не видно, так что в любом случае спи, короче. Так, давайте компы потыкаем. Вот это сначала. Теперь вот этот вот. Теперь пойдем к двери. Сохранимся прежде, конечно же. Это самое важное. Блин. Так, в общем, еще раз сохранимся. Я люблю сохраняться.
Сами-ка не забывай это делать. Так, у нас аптечка есть. Какие-то электролипучки. Еще электролипучки. Автомат-то, ё-ё-мо, где? Да нет, я уж обрадовался. Автомат-то где я? Или как там? Это вообще, где моя штука любимая? Нету... О, что это там сверху такое? Коробочки. В общем-то, пусто здесь. Пусто. 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 Выросла капуста. Я нафига себя ходил? Ну так, ради интереса. Здесь красивый вид. Да не бери ты мужика, ты дверь открой, идиот. Ай, блин. Пожалуйста, не забывайте, что в кафетерии теперь не курят. Курить разрешено. Все, ждем, стоим здесь, короче. Давай, проходи быстрее, быстрее. Гоу, 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 гоу. Давай, 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 давай. Все, побежали. Идем дальше. Теперь пойдем вот сюда сходим. Раз мы там уже были, значит, пойдем теперь сюда. Пуст. Ой, там чувачок есть. И тут чувачок есть. Ой, блин. Их тут двое, мне стрёмно. Быстрее, 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 давай, давай, иди, 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 пока тот не повернулся. Есть. В общем, мы не спалились. Так, иди сюда. Чуланчик, может, тут пушка есть? Где пушка, блин? Ну, о, там что-то лежит, какая-то штука. А, одноразовая штука, ну, тоже можно. Тоже пойдет, да? В общем, вырубим свет, типа тут никого нету. Вот, и пойдем. Я что-то слышал. Я притащил сюда еще одного. Теперь уж все, можно действовать тихо. Сохраняемся. Могу я помочь вам? Да, можешь, не стреляй в меня, пожалуйста. Спрашивает, могу я вам помочь вам? Нет, Кай. Только не стреляй в меня, больше-то в чем-то ничем не помочь не можешь. За туалет здесь, скажи еще. Могу я помочь вам? И пушка на меня на башку наставляет. Помощник. Хренов. Спай. Помощник, блин. У него какая-то сумка есть. Добавлен блок данных. Что за блок данных? А, пароль какой-то. Наверное, отсюда. Какой пароль, кстати? 7687. 7687. Дошел. Открываем дверцу. Сохраняемся, идем дальше. Да-да-да-да-ди. Ну что, какую песенку поет, нас напевает. Ну что-то у нас он вылупился, а? Наш уже... Что он там смотрит, что-то не пойму. Встал, смотрит что-то на что-то. Ну-ка. Да, интересно, пиздец. У нас тут какой-то, в общем-то, сервер, на самом деле. Так, давайте сохранимся перед тем, как убить этого чувака. Думаю, я вызываю... Вот, не зря я сохранился. Порой очень полезно сохраняться. Этот вот на что смотрит? Вот не сказать, вот на что вот этот дурак смотрит, а? Вообще, откуда лаги взять? Сейчас, по-моему, даже лагало. Эта игра у меня лагала. Просто посмеяться нужно, на самом деле, а? Возможно, за фрапса, не знаю, почему-то она не лагала. Может, и там на компе какая-нибудь работа идет. Ну, в смысле, как работа. Возможно, еще какая-нибудь программа запущена, которая требовательная, потому что, чтобы Splinter Cell лагал на моем компе, это вообще просто бред какой-то. Бумажка так светится, ё-моё. Прям волшебная бумажка. Так, ладно. Не будем придираться хотя бы к бумажке. Так, аптечку взяли, давайте-ка используем хотя бы одну. Все равно у нас тут это... Как бы военных действий нету, нам воевать тут не приходится, следовательно и ХП терять не приходится.
Так, что-то мы тут прочитали. Так, 1-1-0-5-9-8. А то я вечно в этих очечках еще бегаю. Постоянно, блин. Надо хоть чуть-чуть, как он так сделал. Я еще так не делал ни разу. Очечки. Одного из наших людей напали. Хорошо. 0G-8675. Так, здесь нужно действовать очень осторожно, потому что у меня постоянно шкала, то, что видно меня или не видно, постоянно прыгает. Вообще, у меня вот такой вопрос к вам, друзья. Скажите, нафига оставлять в компьютере пароль, если, в принципе, все, кто должен знать от двери пароль, он им был выдан, не знаю, ну, сказан, наверное. На ушко, я там, не знаю, на бумажке было написано, то есть они знали пароль. Нафига его на компе еще хранить? Притом, чтобы он находился рядом с этой дверью, чтобы любой дурак мог войти? Думаю, я что-то видел. Блин. Что-то не видел. Что-то думаю, что-то видел. Попрет сейчас сюда и спальня тут же, блин. Так, они там вообще что делают? Так, в общем, придется постоять немножко здесь. Вот здесь постоять, придется немножко постоять. Обожжи, короче. Придется постоять здесь. Так, сейчас вот этот припрется вот сюда, к этому месту, и будет палить меня, короче. Ждем, короче. Да, вот он встал здесь. Видим его, прям вот четко видим. Так, это где? Так, этого тоже вижу. Сейчас он пойдет вот сейчас придет сюда. Да-да-да, иди сюда. Встань вот так. Нет, надо как что-то еще придумать. Дойди до меня ближе. Так, вставай вот так. Это ты уходи, ты уходи. Так, вот так, все верно. Опа, схватил его. Спать. Я понимаю. Блин. Выходи из поднятыми руками. Блин. Блин, спалился. Это уже слишком. Еще один сигнал тревоги, и я прерываю задание. Блин. Окей, задание. Я понял. Сори, чувак, прости. Ой, что-то все здесь по хардкору жестко. Блин. А, давайте-ка, если что, в общем-то, знаете, мы сегодня, на этом мы сегодня закончим, так что, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч.